человек. Все вроде так же будет. Так же будет солнышко вставать и заходить. Люди появятся новые в деревне, которых никогда не узнаешь. Будут помнить, может, недолго. А потом... Че ты носишься с ним, как я не знаю? Больницу? У нас не больница, а женский монастырь какой-то. Откуда только их понагнали, черт их знает, одно бабье. Ой, че они тебе, тебе-то? Ничего. Зарабатывал авторитет. Да что ж я теперь, пойду, растелешусь перед теми, что ли. Че ты ей, что ли, авторитет-то зарабатываешь? Какая жена у тебя прям такая? Никакая! Не вякай, раз не понимаешь. Вся деревня теперь узнает. Что? То! Начнут потом языки чесать. Вон, мол, он идет, председатель, в это место раненый. Знаю ли, черти. Дурак. В город ехать так не примут. Скажут, у вас своя больница есть. Да и как ехать-то? Стоя, что ли? Ну, не подставлял бы ее тогда, раз такое дело. Хотел бы я на тебя посмотреть. Что бы ты там, интересно, подставил? Ну, и не переживала бы теперь, как дура-то. Вот дура и есть. Сам-то. Я в район. Смотри, не проболтайся. Сам-то. А в больнице, конечно, старушки сидят. Конечно. В больнице, конечно, старушки сидят. Он нельзя в поле работать. Надо почаще старух из больницы гонять, а то ведь не пробьешься. Здорово, бабеньки! Здорово! Степаныч, председатель наш. Здравствуй, Степаныч. Здорово. Многовато вас. А вот в праздники-то никого тут нет. Что? Не хворайте, говорю, что ли, в праздники-то. А нам в праздники и без того работы хватает. Правда, бабушки? А мне что-то маловато. Вот тот и я и гляжу. Ну где у них тут главный? Там. Деньга!
задушил? Занедушил, занедушил. Степаныч, занедушил. А, куди он без очереди? А ему можно? Как это? Он же наш председатель. Кто? Степаныч, кто? А это, врач-то, женщина молодая. Ой, врач женщина молодая. Войдите. А вы главный? Главного нет. А где главный? А вам что надо? Не же. Мне что надо? Я это. Я председатель есть. А. Садитесь. Садись, Степаныч, в ногах правды нет. Да нет, нет. Спасибо, спасибо. Я постою. О, постой. Я это, я что хотел-то? Я, да что ж ты такая молодая-то? Дай руку. Что вам? Я понимаешь, я насчет дроп. Вот, да. Насчет дроп. Она обращалась. Кто? Главное. Вот можете брать, ага. Повезите. Но транспорта у меня нет. А вы на чем, на себе, что ли? Да хоть на себе. Вон в сельсовет, вон, обратитесь. Ага. А мое дело, да. Не про нас ли, друг мой милый. Ой. 60 кубометров дров, а как супер, вот. Черт меня дернул с этими дровами вылезти. Пойду сам себе сделаю операцию. Сам!